представить вам мисс Саила, генерального директора сибирских владений, которые являются нашим постоянным партнером. Мисс Саил, скажите, пожалуйста, ваши впечатления, расскажите о мероприятии. Вообще, что здесь происходит? Для начала всем привет. Ну, мы находимся на территории коттеджного поселка Малиновка, который находится вот на берегу такого прекрасного водоема. Сегодня мы решили провести пикник для наших партнеров. Вот, то есть сибирские владения и агентство недвижимости «Сова». Мы давно сотрудничаем и являемся там, тесными партнерами. Вот, и агентство недвижимости «Сова» как раз-таки по коттеджному поселку Малиновка является лидером по продаж. Поэтому мы решили объединиться и сделать такой мини-праздник, пикник. Сегодня прекрасная погода, тепло, настроение хорошее, и это все нас, скажем так, сподвигнуло к тому, чтобы провести прекрасное время вместе. У нас есть музыка, плов, овощи, фрукты, так что будет точно весело. Мы очень рады. Поехали! Ура! Анна, расскажите вообще ваши впечатления. Я вижу, что вы уже собрали вкусные ягодки. Да, здесь водится земляника, вот прямо по этому берегу. Обратите внимание, коллеги мои тоже ходят, ищут. Еще мы здесь нашли костянику, а еще здесь в пруду водятся улитки, окуни. Ну, вообще уникальное место, в 15 минутах от города, вот буквально в 15 минутах, рядышком 500-700 метров электричка, даже видно эту дамбу. Рядышком село, где садик, школа, гипермаркет, то есть есть, в принципе, все. Ну, признаться, я сама себе здесь купила участок, поэтому милости просим, жду соседей. Маша, ты сегодня тоже с нами на отдыхе, да? Расскажи свои впечатления, как тебе вообще? Думаю, что Сова самая классная. Отдых с Совой самый классный. А Малиновка тебе как? Супер, да? Угу. Да. Угу. А участок тут, да, я слышала. Да, участок такой классный. Да. Супер. А водичка теплая? Я смотрю, ты уже искупалась. Снизу холодная, а сверху теплая. Теплая, но еще прогреется. А ягоды пойдем собирать с тобой? Угу. Да? Ну все, замечательно. А ты продавала здесь участки? Продавала? Да. Да? Кому продавала? Коляну. Николай, ну как вам обстановка? Обстановка очень хорошая, душевная. Такое умиротворение, спокойствие. Вода, конечно, располагает. Вы купаться пойдете? Нет. Нет, не пойдете? Нет, на работу сделка сегодня, поэтому нет, мы заскочили ознакомиться с данным поселком. Я здесь на самом деле первый раз, место интересное, высокое, видно по растительности. И в то же время и водоем есть, и дорога хорошая, двухполосная в одном направлении, то есть... Это интересное предложение, интересно. Не сильно далеко от города. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Это были мы. Спокойной ночи. Прямо сейчас ребята, наши агенты, совместно с нашими партнерами устраивают квест и готовятся к нему. Посмотрим, что будет дальше.
Нас тут шикарно кормят, очень вкусно, пальчики оближешь. Просто жизнь прекрасна. Геннадий, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления вообще, как работа? Вообще замечательно. Вот замечаю, что сложно найти в данный момент работу по душе. Вот здесь как раз в агентском, в риэлторском деле это все совпадает. Ну, лично я себя нашел, я занимался до этого похожим делом, а тут как бы все совпало. Да, приходишь как новичок, начинаешь обучаться, изучать все направления в недвижимости, вторички, новостройки, загородку. Предлагают изучить весь спектр услуг агентства, потом как бы заузиться, но мне до сих пор сложно. Угу. Мне нравится и вторичка, мне нравятся и клиенты новостройки, и сейчас изучаю клиентов загородной жизни. Это вообще кардинально разные клиенты, с ними со всеми интересно работать, никогда не бывает одинаковых сделок, все сделки идут по-разному, эмоционально, все остаются довольными. Угу. Самое главное, чтобы клиент, который купил с нами участок, квартиру, смог порекомендовать нас своим друзьям. Да, как вам квест, как вам само мероприятие, как плов? Плов очень вкусный, жалко, что у меня только один обед, один желудок. Вот. Ребята молодцы, вот, сибирские владения, лице руководства. Организовали все классно, и квесты, и ребятам понравилось. В Малиновке есть какой-то секрет в продажах? Вот поделитесь, расскажите. Да, есть много участков вообще в Тюменском районе, очень достойных, коттеджные поселки, но таких, как Малиновки, очень мало, потому что магнитом является река Кармак, вот, которая граничит непосредственно с коттеджным поселком, uh-huh. который есть выход непосредственно к участкам. Вот, также участки есть с лесом. Вот, но река, конечно, это большой плюс, и люди, которые приехав, просто которым рекомендую приехать посмотреть, уезжают под большим впечатлением, после которого у них очень много сомнений. Даже если они уже что-то посмотрели, со мной что-то другое, они определились, и приехав сюда, они уже передумывают. Мы здесь продали не один участок, и у нас на броне стоит очень много, поэтому мы работаем на направлении. Все, отлично, супер, все, спасибо. С нами Анна, руководитель отдела загородной недвижимости. Анна, скажите, пожалуйста, ваши впечатления о таком замечательном мероприятии, которое провел для нас наш партнер «Сибирские владения». Спасибо, конечно, нашему партнеру, как говорится, кто как работает, тот так и отдыхает. Мы очень трудились, это наш еще начальный такой старт, еще лето в самом сезоне. Ребята сделали много хороших фотографий, партнеры устроили игру, в которой наши все с удовольствием ребята поучаствовали, отдохнули, они пообщались, наелись, покупались. Все. Спасибо, Анна, большое. Да. Будем работать дальше, чтобы так хорошо отдыхать, правильно? Конечно, и набирать обороты. Какова Малиновка, свежий воздух, каково летушка, и компания замечательная. Ну супер, замечательно, красота.